2005 году, и изначально основной нашей направлением деятельности было изготовление шара электролома. На данный момент в нашей номенклатуре присутствуют шаровые краны, значит, с условным проходом от ДУ 10 мм до ДУ 300 мм, давлением до 400 атмосфер. Сейчас у нас очень большая гамма продукции, позволяющая закрывать почти все направления, связанные с шаровыми кранами. В нашей гамме продукции как общепромышленные краны давлением 40 атмосфер, так и разнообразные краны на высокое давление и для агрессивных сред. Такие краны, трехходовые краны, краны под манометр, краны шаровые с обогревом, краны шаровые под электропривод, под пневмопривод и другие вещи. В начале 2000-х годов в Челябинске был определенный дефицит по этой арматуре. Коллектив единомышленников, которых там представляли, занимался в том числе монтажом теплосчетчиков, монтажными работами. И был просто острый дефицит в продукции такого рода, потому что отечественных производителей было очень мало, не было альтернативы, был только импорт. Потом было принято решение освоить производство шаровых кранов. В первую очередь для обеспечения собственных нужд в то время. А в будущем, когда этот вид продукции себя зарекомендовал, показал, что он требуется рынку, мы начали развиваться. В процессе развития появлялись другие предприятия, увеличился импорт, в том числе из Китая. И начиная свое изготовление продукции с шаровых кранов с общепромышленных, то есть давление 1,6 мегапаскаля, 2 мегапаскаля, мы постепенно передвинулись в более серьезные, конечно, давления, более серьезные изделия. С чем это связано? Дело в том, что на рынке общепромышленной арматуры на данный момент уже сейчас, и начиная с года 2007, очень большая конкуренция, очень большое давление со стороны, в том числе китайских производителей. Исходя из своих возможностей, то есть наше предприятие высокотехнологичное, но достаточно небольшое предприятие, и оно нацелено на изготовление ограниченных партий шаровых кранов. То есть наша задача изготовить не 100 тысяч кранов, мы изготавливаем гораздо меньше, но мы зато изготавливаем довольно-таки уникальные вещи. Вот. В связи с этим, в связи со своими возможностями и в виде перспективы рынка именно специальной продукции, мы сделали акцент на специальные изделия, в том числе на металл по металлу, так довольно-таки продукция востребована рынком, но производителей, которые могут обеспечить надлежащее качество, ну, очень мало на самом деле, а в России тем более. Продукции, выпускаемый серийным предприятием. Кран шаровый манометрический. Значит, он предназначен для измерения давления в сосудах, трубопроводах, работающих под давлением. Во-первых, мы можем изготовить шаровые краны любой строительной длины под любые размеры, то есть по требованию заказчика. Вот такие вот шаровые краны, которые вот вы видите перед собой, устанавливаются на задвижках высокого давления, которые, например, изготавливают благовещенский арматурный завод. Похожие вещи, похожие шаровые краны, с другой конструкции, используются в фонтанной арматуре, на так называемых елках, АФН-ках. Принцип работы данного изделия. Значит, шаровый кран устанавливается либо в трубопровод высокого давления. Данный кран может использоваться на давление до 250 атмосфер, либо, например, некоторые задвижки для контроля давления в полости задвижки, чтобы контролировать давление и герметичность задвижки либо трубопровода. Значит, принцип работы достаточно простой. С одного конца шарового крана устанавливается на трубопровод, с другого конца устанавливается манометр. В закрытом положении ничего не покажется, просто обеспечивает герметичность. В открытом положении, когда начинается подача рабочей среды, это может быть газ, жидкость, либо другая среда, в том числе агрессивная для шаровых кранов, нержавеющей стали. Значит, когда рабочее давление подается, то есть манометр показывает давление, которое существует. Значит, по манометру можно определить работоспособность того или иного участка трубопровода, либо изделия. Значит, для сброса давления используется специальный клапан, который здесь находится. При необходимости его можно открутить, повернуть, и давление сбрасывается. Значит, еще одно изделие – кран-шарный трехходовой. Значит, данное изделие мы также можем изготавливать с условным проходом 250 мм. Вот данный образец на 25 мм условный проход.
давление здесь 63 атмосферы, возможно. Экран шаровый трехходовой может быть в любом варианте, в приводном, фланцевом, муфтовом исполнении, упрямительные размеры. Опять же, возможно выполнить с различными строительными длинами. Экран шаровый, след такой трехходовой, используется для распределения потоков. Зачастую такие изделия позволяют сильно экономить средства и более упрощать технологический процесс. То есть, поставив на разводке, на трубопровод такой кран, можно сэкономить определенные средства за счет того, что ставится один кран из двух, трех, либо четырех, и уменьшается длина трубопровода. Это сборная солянка из, из некоторых наших возможностей, из наших изделий. Можно увидеть кран шаровый трехходовой фланцевый. Вот он. Это тоже кран для распределения потоков. В данном случае это кран ДУ-32, он выполнен в разборном исполнении. Почему в разборном исполнении? Ну, есть технологические процессы, в которых нужен именно разборный кран. Такие краны могут быть выполнены только в разборном исполнении, но и в сварном исполнении. То есть шаровые краны с обогревом предназначены для сред, чаще всего с повышенной вязкостью, например, битумы, которые требуются с помощью обогрева поддерживать определенное состояние вещества рабочего, которое подается по трубопроводу, чтобы не было залипания. Обогрев может быть выполнен как, так скажем, паровой, то есть кран, на него ставится рубашка, устанавливается, а к рубашке уже подводится пар либо горячая вода. Также возможно исполнение таких кранов с электрической рубашкой обогрева, когда требуют заказчика. Но в данном случае можно увидеть кран с паровой рубашкой обогрева. Шаровые пробки для наших изделий мы изготавливаем самостоятельно. У нас предприятие полного закрытого цикла, все комплектующие для изделий мы изготавливаем самостоятельно. Это что касается что шаров, хоть фланцев. Вот сейчас вы можете увидеть разные варианты шаровых пробок, которые мы изготавливаем. Шаровые пробки изготавливаются у нас в двух вариациях. Для шаровых кранов давление до 40 атмосфер они изготавливаются из трубы методом штамповки и последующей обработки. При этом стенка в шарах от 8 мм и выше. Для шаровых кранов давлением 63 атмосферы и выше, значит, шаровые пробки изготавливаются из круглого металлопроката. То есть идет заготовительная операция, потом токарно фрезерная обработка, шлифовка. Вот здесь вот можно увидеть разные вариации. Это вот шаровые пробки на диаметр, наверное, 50 мм. Это полный проход. А вся шаровая арматура у нас полнопроходная. Связано это с тем, что на данный момент наши основные потребители — это предприятия нефтегазового комплекса. На самом деле, вот в тех технических спецификациях, которые запрашивают наши заказчики, заложены полный проход. Поэтому мы от этого просто отошли, предприятия полнопроходные краны изготавливают. Шаровые пробки у нас изготавливаются основных два типа металла. Все виды шаровых кранов, как общепромышленного, так и для нефтепродуктов, для газа, изготавливаются 112К, 18-10Т. Причем металлопрокат российского производства. Для особо агрессивных сред, когда шаровые краны выполняются из 110К, 17-13М2Т, соответственно, шаровые пробки тоже изготавливаются из молибдена, содержащей стали. Как один из примеров технологических возможностей нашего предприятия, хочу еще показать вот шаровую пробку для трехходового крана. Прошу обратить внимание, что для трехходовых кранов, это как бы логично, только возможно не задумываются, необходимо изготовление не двух проходов, а трех отверстий в шаре. То есть вот можно обратить внимание, что путем фрезеровки, подлежащей механической обработки, вот такие вот вещи можно получить. Еще одно изделие, мне кажется, оно очень интересно, это кран шаровый четырехходовой. Это изделие было спроектировано и изготовлено под конкретного заказчика. На Челябинском трубопрокатном заводе, на прокатный станок, с помощью которого изготавливается труба, прокатывается труба, по технологическим процессам не допускается использование определенных критических схем. Все управление станком происходит с помощью гидравлики и вручную. Просто под высоким давлением подается вода, и с помощью похожего устройства все использовалось. До недавнего времени в этих гидравлических схемах стояли шаровые краны немецкого, вообще германского производства первых половин 20 века, на самом деле. Эти краны ремонтировались мастерами и ремонтниками, но вот их срок службы уже пришел. Нам предложили поучаствовать в проекте по замене этих вещей,
И в 2019 году нами было такое изделие спроектировано и изготовлено. То есть это фактически по программе импортозамещения изделия для таких вот высокого уровня прокатных станов. А чем особенности характерности этого крана? Внутреннее у него строение, как у вас? Значит, кран металл по металлу, потому что водоподготовки такого там отсутствует. Значит, давление 160-180 атмосфер рабочие, специальные фланцы, ограниченные габаритные размеры и четырехходовой возможность управления потоками в четырех направлениях.